Здравствуйте, вас приветствует канал SPV.com. Сегодня хочу показать, как настроить эмулятор PC SX2 для того, чтобы поиграть в Blood Rain. Игра великолепно эмулируется, должна вообще на любых компьютерах работать. Конечно, громко сказал на любых, но великолепно эмулируется. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео по верхней. Я себе уже его скачал. Приступаю к разархивации. В корень диска C настраиваем. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании видео. Запуск, выбор языка, применить. Далее. Или SSE2, или SSE4.1. Можно оставить OpenGL и Direct3D. Будет хорошо и там, и здесь. Здесь так, здесь форсет. Я поставлю на шестерку, будет тормозить, делать и меньше. Здесь off, здесь full. Можно оставить fast. Поехали дальше. Я играю на клавиатуре, поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1. Теперь на клавиатуре ту клавишу, что станет L1. Итак, по аналогии настраиваем весь геймпад. Те, у кого есть настоящий джойстик, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить и подключить для того, чтобы играть с его помощью на этом эмуляторе. R3 и вверх-вниз, лево-вправо, L3. Так, Start Select. Применить ОК. Звук остается по умолчанию, я даже здесь порекомендовал бы Nice поставить. Играю при помощи ISO-образов, это очень удобно, выбираю линз ISO. Те, у кого есть настоящий DVD, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD. Ссылка будет в описании видео. Япония 2000. Подходит для большинства видеоигр. Ставим галочку, всегда спрашивайте. Все, она стоит. Настройка эмуляции, отключаем преднастройки, применить. Здесь все по умолчанию, кроме разрешения 1024 на 768. Применить. Спидхаки однозначно включены. А обладатели многоядерного процессора здесь галочку ставит, применить. Запускаем. Blood Rain. Вампирское дитя для любителей такого жанра. Заставку смотреть не будем, обучаться тоже ни к чему нам. Начать. Скорость 100%. Надеюсь, такая и останется. Так, это тоже мы не будем смотреть заставку. Да, скорость 100% держится. Видишь, великолепно. Что под телеграфным столбом? Что делаем это? Делаем на весь экран. Это было человеком. Так, обламываем мы эту заставку. Так, как двигаться, мы помним. При помощи стиков. Хорошо, что мы не настолько чувствительны к святым местам, как другие. Да, это хорошо. Собираем оружие, патронтаж. Великолепная игра для любителей вампиров и прочего. Моя напарница уже с кем-то воюет. Надо пойти помочь, что ли. О, привет, пацаны, как дела? Ты свободен, следующий. Спасибо. Кишка танка. В воде мне некомфортно. Вообще в воду прыгать нельзя. Ух, кишки полетели. Замечательно. Ну, заходи.
Бывай. Что, ворона сидит или кто это? Нет, это просто так. Ну что? О, а ты еще кто такой? Вот это взять другое оружие. Не понял. Мне стрелять что ли? Нечем. За оружием идти. Ух, хорошо как, ё-моё. Свободен. Так. Чего делаем дальше? Эта стена тянется вокруг всего города. 10 метров в высоту. Вот так я работает вижу, без настроенного видеоплагина. Судя по тому, что мне удалось разобрать, а так с настроенным. Даже самые первые французские колонисты боялись... Боялись кого? А это что? После черной годины в 1873 году от Рождества Христова тут сюжет неплохой. Этой стены мужества. Ладно, обламываем заставку. Поскакали, посмотрим, что там... Опять вы, а? Заходи, будь здоров. О, как замечательный дробовичок. Так, а где мое вампирское зрение? Это чуть-чуть, по-моему. Здорово. Зря ты идешь ко мне. Ну ладно. Ух ты! Кукушки нет, а он машет. Я полагаю, сюда можно запрыгнуть. Ё-моё. Побежали. А ты чьих будешь? Чьих холоп, спрашиваю? Ладно, будем. Скакали дальше. Туман здесь, прорисовка, никаких глюков. Вообще игра замечательно эмулируется. Он, похоже, куда надо дошел. Не надо нам сохранять. Зачем мне ваш сохранение, если у меня есть волшебная F1, F2 и F3. Ой, здесь водичка. Боюсь, она меня поджарит. Ё-моё, а что ж делать? Сюда, наверное, спрыгивать надо. Привет. Свободен. А тут желающие еще есть. Нет, они стреляют, да? Блин, у меня оружие закончилось. Так, а чё ж мне без оружия делать? У меня же должны быть какие-то кинжалы и все такое. Поворот, прыжок. А, так вот же. Ну ладно, пойдемте зарубим так, на кулачках.
Ну да ладно, все показал. Игра великолепно эмулируется. Классная графика здесь, атмосфера определенная. Тут и сюжет, и дубляж, вообще супер все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки и заходите на наш сайт spvcomp.com.